заседания, будет более жесткий контроль за помещениями репрезентационного характера. Зал пленарного заседания, зал для встречи с послами, зал встречи коалиционных партнеров и так далее. По мнению вице-спикера, кража – это результат того, что в последние годы Сейм стал более открытым для посетителей. Стоит отметить, что технику Инесса Лыбини Эгнера и Солвиты Абултыни не тронули. Они работают со стационарными компьютерами. Эту информацию я получила около месяца назад из устно от директора канцелярии Сайма. Теперь его ответственность исследовать это дело здесь в учреждении, и все остальное тогда выяснит полиция. Безопасность Сайма должна быть в самом высоком уровне. Представители парламентской канцелярии от комментариев воздерживаются. Так же, как и от ответа на вопрос, случались ли кражи раньше. Но по словам вице-спикера, который работает в парламенте с 1999 года, кража компьютеров – случай беспрецедентный. Мария Кобзева, Илмар Сротис, телекомпания ТВ5. Чистка в рядах полиции. На днях был отстранен начальник.